Я знаю, как, блин, нагнуться, что такое, а это остальное я ничего не понимаю. Так что давай, сейчас сольемся по-быстрому, походу. Ну, блин, это обидно, если честно. Ты читер попал? Ну, я пытался и потел, а в итоге... Итак, всем привет, дорогие друзья. Приветствую вас на рубрике 2... Я понял просто, я понял. Я просто оффлайн запись, братан. Итак, всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас рубрика 2 на 5. И в гостях у нас самый высокий ютубер по Warface, Дмитрий Крымский. Всем привет. Вот, у него первая лига. И, судя по всему, пацаки у нас тут тоже будут с такой высокой лигой. А, и один, кстати, почему-то нам поддержка будет. Ну да, в принципе, нам это на руку. Я хочу вам рассказать историю, мы до этого запустились, нас нагнул читак. Но я там хорошо сыграл, а медиум плохо, поэтому не залил. Ну, тем не менее, все равно читак там был очень жесткий, на самом деле. Он прям в этот по шишечкам нормально так смахмил на плохо. Ну это да. Так, у них присоединился пятый, все, это плохо. Давай, нет. Я даже не знаю. Я тебе скажу, кстати, можно было законтрить. А я твой хвостик, ты убиваешь. Тут снайпер на прицеле. Уходи. Ой, хорош. Уверена. Работай там, поехали. Стой, без дыма. Я оглушку, оглушку, подожди, накопились. Сломал там штурмовика. Еще хп? Даю хп. Так, сейчас вырываемся, вырываемся. Справа один, и слева, походу. Молодец. Лэнд. Лэнд, а! Он фуловый. Подними меня, успеешь. Справа, он в плунту. Тихо, он фуловый был, он фуловый вообще, смотри осторожно. Давай, залетай, байти. О, блин, урон не прошел, здесь на плунту. Хорош. Еее, бич. Успели. Я же говорил, я буду бустить. Мы победили. Да. Ну это было хорошо. Кстати, первый рез особенно. Я только падаю, уже встал опять. Снайпер даже, наверное, не успел передернуть затвор свой. Ага, как это двусмысленно, сука. Ты слышал о таком игроке Бабо? Да. Так ты думаешь, кто его учил? А, понял, понял. Так, они сейчас будут нас давить, так как я не понимаю, что они жирнее, поэтому давай осторожно. Опять двойка, да. Пошли, нет смысла. Пойдем подсадимся. Да, пойдем с СП. Давай я пропущу тебя вперед, пожалуй, ты хоть там стреляющий какой-то. Ну, как сказать стреляющий? Громко сказано. Тихо, топай, топай, где-то рядом, слышал. Да. А, о, я еще ему под этого вышел, подзорватель. Он просто в прицеле стоял, респу чекал. О, я даже не знаю. Да, давай сразу с двойки, может, и будем еще спину бегать. Двойка, да, подсад. Подсад, думаешь? Ну, думаю, да. Ну, окей. А ты не думаешь, что профит не будет еще раз вот здесь штурма пить? Тим, ну, сейчас попробую, если что, если все плохо будет уже. Так, они топают на двойке топают, слышишь? Зажимай, зажимай. Без меда, сзади будут залезать, осторожно. Ох, ни хрена. Еще идет, в упоре прими его. Найс, найс, успеешь, резко. Так, сразу смотри, уходи. Сейчас спину залезу. Я же поэтому тебе говорю, уходи ты. Они не резнутся, это главное. Так, мне бы броньки, я в тебе хп, два, у тебя бы лет нету, да? Так, смотри, показываю сейчас, а у меня нет этой. Профессиональная граната оглушающая, смотри, рикошет. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я даже таких мулек не знал. Ага, один в СП. Слушай, если ты меня просто сейчас только похилишь, я его убью. Давай, подожди. Я не убил. Так, пока он перезаряжает свою дубу, уходи. Ого! Смотри, это топ, так. Опа. Я сзади сюда. Хорош. Вот сейчас резай, бежи. Уходи, сразу на суть. Опа! Пошел нахер. О, молодец. Так, смотри. Так, план стоит, план стоит. Опа! Взорвал, пошли. План стоит, план стоит. Где? А где стоит, на единице? Единица, побежали быстрее. Я иду, иду. Он, наверное, подсадит. Блин. Главное, чтобы тебя не слили, будь осторожен, пожалуйста, потому что 1-1. Он может секунды, быть на подсаде, слышишь? Я не знаю, где он может быть. Я иду через нашу респу. Блин, уже время тикает. Охренеть, я не фужу, давай. Оп, на подсаде. Я не вижу. Что так много золота, все жалуются. Мы бедные. Смотри, сколько золота. Два. Сыгание один. Пробуем один, пошли один по-любому. Может, с квадрата вообще будем играть? Ну, можно, я бы спрятался, просто мне там проще было. Ну, в атаке в любом случае тебе придется брать стрелка. День не прошли. Не прошли? А, ну значит это два. У них один сидел на респе в прошлый раз, я помню. Можно пойти его хлопнуть. Хоть пофармимся, не выиграем.
Ну да, тише, тише, гранаты. А, это с двойки прилетело, квадрат. Так, давай, ты фарми, я сейчас резу. Вот это просто жестко, в тайминг. Все, ладно, я меняюсь на штурмовика. Защитите стратегические объекты. Давай еще раз двойки зарашим, попробуем пони запрям. По право сможешь зарашить? Да, конечно. Давай. Граната пошла. Да ёб ты ж мать, он иксуху спамит, он сзади тебя. Он то парадар видел. Сзади тебя, сзади, Дим. Просто голова моментальная, только разворот делаю. Мне этот арменчик что-то вообще не нравится. Ничего, сейчас нормально будет. Квадрат? Нет? Блин, надо один, давай попробуем один. Давай, давай попробуем. Ну, арменчик хорош. Пошли дальше. Подкидывайте. Давай я тебя подсажу одного. Давай, давай, иди, лучше ты сверху разлезься. Ну смотри, тут шансов нет, никто не реснет больше. Я понял. Дай громкость добавляю. Слабо из квадрата. Хорош. А, пошел нахрен. Так, ленд моя. Понял. Одного вижу, всё. А я его не вижу. Просто голову выставил сам свою. Двое на пункту. Ушли влево. Оп, ты шма. Но нам было бы гораздо проще, если бы у меня была хотя бы там какая-нибудь 21-я лига. Взорвите один из объектов противника. Думаю, да. Но я только вот не понимаю, как это работает. Пойдем, смотри, типа, у нас у всех лига 20-я, 18-я, и у тебя у одного 1-я. И нам попадаются пацаны с 1-й лиги. Это нормально? Это вообще ужасно. Так, кидаю. Нет, тут без шансов. Клатч делаю? Ну давай. Было бы неплохо. У меня был великий учитель. Да, угадаю. Хорош? Оу! Ну это было красиво, это было красиво, весьма. Ну, как-то так у нас все получилось. Вот. Я думаю, знаешь что? Смотри, сезон обновится, и можно будет еще как-нибудь потом сыграть на лигах десятых. То есть, чтобы не так жестко было, что 5 пацанов с 1-й лиги, а, допустим, у нас двое тут. Вот, а чтобы, допустим, ну, лиги 10-й так, еще более-менее средний был. Вот, ну, в общем, в любом случае, как-то так у нас получилось катать. Вот. Огромное всем спасибо за просмотр. Не знаю, попадет ли этот ролик в свет, но... Мы старались, правда. Мы старались.